сорвем голос, значит, так и надо. Мясо с вкуснятиной. Я сразу бегу тушить пожары. Кто силен, как никогда, берегите нас! Это все уже становится похоже на интересный быстрый хоккей. Они сразу глаза становятся огромные. У меня партнеры, говорит, я отдаю, они не забивают. Один областной центр, два разных события и потрясающая атмосфера, что в Ледовом, что на Брестском. И все-таки город над Бугом с точки зрения болельщицкой поддержки уникальный. 29 марта люди здесь стояли перед выбором – поддержать футбольный клуб в первом домашнем матче сезона, либо сорвать голосовые связки на хоккее, где зубры в полуфинале экстралиги принимали «Шахтер». В итоге оба события собрали более чем внушительную аудиторию, и мало того, оба брестских клуба в тот день победили. Заброс есть, но тут Косов останавливает шайбу, и Косов мчится вперед, там пустые ворота, и Косов забивает. 3-1. Ясный хоккей, как всегда по понедельникам, рассказывает о самых заметных событиях нашей любимой игры. Здравствуйте. Их событий было много. Чего только стоят разборки в полуфиналах экстралиги. С них и начнем программу. Когда менее рейтинговая команда бьет более сильную, пусть и на бумаге, это всегда придает матчам дополнительный интерес. В нынешнем плей-офф было достаточно примеров, и прошедшая неделя подарила новые. Естественно, нокаут-раунд – это всегда непредсказуемые результаты, и распределение команд по итогам гладкого чемпионата в принципе отходит на второй план. Неважно, что было в декабре или январе, важно, что происходит здесь и сейчас. Именно по такому принципу живут в Жлобине. Регулярку проходят как получится, а в плей-офф бьют всех наотмашь. 60-метровая очередь у входа на арену? Для Жлобина легко. Особенно, когда играешь в плей-офф с соседом. На второй матч серии в Гомель «Металлург» отправил 5 автобусов с болельщиками. А чем в третьей встрече ответили «Рыси»? 2 автобуса полных, но это минимум 85-90 мест. Плюс расстояние небольшое от Гомеля до Жлобина. Своим ходом людей тоже будет. Поэтому полный сектор, я думаю, мы гарантируем. Полный сектор – это, конечно, не 5 автобусов. Но тоже достаточно, чтобы гомельчане чувствовали себя в гостях, как дома. Наша задача так, мы в гостях, значит, мы должны заглушать их арену. Мы будем делать все. Если сорвем голос, значит, так и надо. Это тем более дерби, оно того стоит. Я вам скажу, что болельщики Гомеля очень классно болеют. Что на выезде, когда мы ездили в Гомель, что у нас, как бы, очень приятно смотреть, как две группы болельщиков, хозяев и гостей между собой, скажем так, соревнуются, и аж арена на ушах стоит. Очень здорово. Ну, ни с одной такой команды другой нету. Что-то похожее с Гродно, но все-таки соседи есть соседи. Люди в касках – привычная картина. Причем что мужчины, что женщины. Для болельщиков «Металлурга» это маленькая традиция. Казалось бы, этот предмет никак не связан с хоккеем, и нет его на эмблеме волков. Но причина появления этих касок на трибунах довольно проста. Ну, мы пришли в касках, потому что у нас город металлургов. На заводе у нас по правилам принято ходить в каске защитной, где работают краны. Поэтому, как бы мы так сказать, я работаю на заводе, металлург, можно сказать, поэтому тоже ношу каску, скажем, на матче своей любимой команды. На каске у Максима наклейка не Пинчука, Антипова или Лукина, а запасного вратаря Бабарика. Роман уже не первый сезон в Жлобине. Не только игроки, но и болельщики знают, как он важен для внутрикомандной атмосферы. На каске, правда, он оказался не поэтому. Как-то раз было, что он не играл, там или Самойлов был в рамке, или Большаков, а в конце матча признали Бабарика лучшим игроком. Ну и мы решили, ну так как продавали стикеры у нас в фаншопе, то наклеить Бабарика. За «Металлург» Максим болеет давно. Признается, никого так неприятно обыгрывать, как соседа. Такого же мнения придерживаются и гомельчане. Это дерби выделяется среди прочих противостояний. Побеждаешь своего соперника, и ты хозяин области до следующей серии. Есть такое понятие, что если мы обыграем соседа, значит, чувство удовлетворенности уже на 50% будет. Соответственно, если мы возьмем финал, ну, скажем, город будет очень счастлив. Я думаю, гуляние в нем задержится не на один день. Конечно, жду. Мы ждем финала. Нам хочется финал. Мы давно не были в финале. С 2000, когда мы тогда юности проиграли, очень бы хотелось выйти в финал. Мы давно там не были. Как бы, ну, я понимаю, что и ребята за Жлобина тоже переживают за команду. Честно, ну как бы хотелось бы, чтобы мы вышли в финал. А
Они 2 года подряд выиграли. Ну, как бы можно уже как бы и нам уступить. Евгений болеет за Гомель со дня основания клуба. Он застал все финалы, Кубки Беларуси и даже чемпионство в 2003-м. Тогда «Рыси», к слову, играли в таких же красных майках. Сейчас джерси другие, но цель та же. Гомель хочет финала. Гомель заждался трофей. И вправду, за последние 15 лет в главной серии сезона гомельчане играли всего 2 раза. Для топ-клуба совсем немного. Но пройти такой «Металлург» – задача архисложная. Первые 2 матча это показали. Первая и вторая игра, в принципе, очень похожи. В целом то, что каждый играл до гола. Это было как главный тренер обоих команд отмечали. Это был гол. Один гол решал все. Безусловно, оборона – это командная работа. Но в таких низовых сериях на первый план все равно выходят вратари. Лупский и Большаков провели 2 прекрасных матча, а кипер «Металлурга» выдал лучшую сухую серию в этом плей-офф – почти 194 минуты. Да, в плей-оффе он очень хороший. Так вот было в регулярке, в плей-офф он очень хорошо стал играть. И мне очень нравятся его сухие серии, которые были, как будто подменили Большакова. Или он как-то по-новому встрепенулся, как-то вот очень, очень хорошо играет. Не сравнить его с регуляркой. Так же аккуратно, как и прошлые матчи, команды начали и этот. Первая шайба пришла за 1/10 до конца стартового периода. К огорчению местной публики из-за помехи вратарю была отменена. Да я, честно, не понял, как так получилось, что один просмотр, потом второй. Ну, мне немножко непонятно, я уже думал гол, но как отреагировал, он собрался и дальше играл. Как тут нельзя расслабляться. Ну, как бы в конце периода неприятно пропускать, поэтому все, ушли в раздевалку 0-0. И вышли уже на второй и повели в счете. Гомельчане правильно отреагировали на этот гол и во втором периоде уже заставили соперника вынимать шайбу из ворот. Гомель вел до самой концовки третьего периода, но не дотерпел 47 секунд. Роман Достанко подарил Жлобину овертайм. Это спорт. Он сегодня сделал то, что ему стрельнуло в голову, не по плану. А такое работает, тем более в экстремальных ситуациях. Но это гол, это не только его, это гол всей команды. Если в серии «Шахтеры» и «Бреста» болельщики уже привыкли к овертайму, то в полесском дерби это была первая игра, не вместившаяся в 60 минут. Болельщики готовились к длинному марафону, но все закончилось быстро. Счастливый конец для хозяев. То же самое, план он был, но он отклонился от плана, и опять только уже другой игрок это реализовал. Вот опять по щелчку щелкнул, что так сыграть. Это творчество. Художник тоже творит какие-то моменты в картине. Так и в спорте такое бывает. Это интересно. Артем Антипов внес финальный штрих в победу «Металлурга» в третьей игре. 2-1 в матче и 2-1 в серии для Жлобина. Что еще нужно болельщикам для идеального выходного? Сегодня у нас суббота. Ну так представляете, какое счастье, что у нас город в субботу, в днем, когда кто-то с дачи даже приехал, да, по солнышку, поедет сейчас на шашлыки и хорошо покушает мясо с вкуснятиной. Несмотря на то, что «Металлург» повел в серии и имеет преимущество домашней площадки, в этом противостоянии все далеко не ясно. В прошлом году команды сыграли 6 матчей в четвертьфинале, и сейчас болельщики хотят видеть не меньше. Двужильные, иначе не назовешь. Говоришь «Брест», подразумеваешь овертаймы и удивляешься, откуда берутся силы. Команда Сергея Пушкова уже установила рекорд экстралиги. С момента появления в нашем чемпионате плей-офф, а случилось это в далеком сезоне 2001-2002, никто не проводил в нокаут-раунде больше 5 матчей с овертаймами. В этом розыгрыше «Зубры» сыграли 6 таких встреч. Обменявшись победами с Солигорском на выезде, команды переместились на юго-запад Беларуси. И в третьей игре полуфинала брещане взяли верх 3-1. Героем матча стал Ярослав Косов, оформивший дубль. В воскресенье команды вновь встречались в Бресте, и на этот раз Солигорск был сильнее. 5-2 в матче и паритет в серии 2-2. Яркая форма, легкий макияж и родители на теле, а не на трибунах. Женский чемпионат успел найти своих поклонников, но когда на арене есть свободные места, девушки приходят поддержать друг друга. От месяца к месяцу, от тура к туру они добавляют и растут, говорят тренеры. И это гораздо важнее голов и очков. Kill,
Бодрая музыка, доносящаяся из миниатюрной колонки, задает ритм и настроение девичьей разминки. Небольшого коридора, разделяющего лед и монолитные стены Олимпик-арены, вполне достаточно. Для настроения можно еще дать 5 партнеру. Пока одни выполняют упражнения на реакцию, другие наблюдают за тренировкой фигуристов. Небольшая передышка и снова тянуть мышцы. В головах одна мысль – выйти через 20 минут на лед и победить. Третий тур, три команды. Все, как и было изначально. В стартовавшем в октябре женском чемпионате Беларуси за первое место борются Березина, Цитадель и Минчанка, названная так по географическому принципу. 4 игры за 6 дней. График у девчонок непростой. Но на лицах счастье. На одну неделю спортсменки из разных уголков страны собираются в столице, чтобы показать свои хоккейные навыки и поиграть, наконец, не с мальчишками, а с девчонками. Защитник Александра Пыркова из «Цитадели» не без эмоций наблюдает за матчем оппонентов. В тот день у них с партнершами по команде был выходной. Несмотря на это, девчонки надели джерси и нарисовали плакаты и отправились поддерживать остальных. Как в женском коллективе удалось прийти к такой дружелюбной атмосфере? Интересуемся. У нас получается это потому, что мы все равно остаемся одной командой всегда. У нас есть база, это женская сборная, мы там играем все вместе. Поэтому у нас нет каких-то подразделений Березина, Минчанка, Цитадель. Мы все одна команда, одно целое. Поэтому как бы мы все дружим, мы за друг друга болеем. Например, сегодня я оделась за форму Минчанки, хотя на прошлой игру я одевалась в форму Березины. Я поддерживаю и тех девчонок. А вот саму Александру поддерживает семья, которая не очевидна, но присутствует с ней на каждой игре. Я набила на руке, это моя первая татуировка. Мне хотелось что-то значимое. Это мама, я, папа, а вот эта частичка – это бабуля. Это написала мама, это папа, а это бабушка. Ну вот, поэтому как бы я очень уважаю, очень люблю свою семью, своих родителей, они моя основная поддержка. И поэтому мне хочется всегда носить их рядышком, я каждый раз их вспоминаю, после каждых игр я им звоню. Ну, хотя я уже взрослая, да, мне 18 лет, но все равно мама, 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 как тебе игра, папа, как тебе игра. Третий круг для команд стал последней возможностью укомплектоваться новыми игроками. Ее, например, не упустила Дарья Ященко из Могилева, которая пополнила Березину. Хоккеистке 13, и для нее это не только первое серьезное соревнование, но и большой опыт. О лиге я знала еще с самого начала сезона, хотела как-то поиграть, но как-то не звали, а тут говорит, ну, мне тренер говорит то, что меня вот зовут, и я, ну, почему бы не испытать такой шанс. Все девчонки классные, все борются, вот это вот, все хотят вырвать первое место, это очень классное ощущение, ну, просто я в восторге. В приподнятом настроении пребывают и тренеры. Результат, естественно, важен. Правда, куда важнее наблюдать, как девчонки растут и становятся лучше. Они впитали все слова, которые им говорились на протяжении вот всех туров. И сейчас они уже эмоционально, конечно, устойчивы, несмотря даже на то, как выступают в этом туре. Именно счета на табло и все. Самое главное, что интересно, они сами видят свои ошибки, уже подъезжают и консультируются, спрашивают мне, вот правильно поступили в том или ином моменте. И даже говорят, что нужно было сделать и правильно ли они мыслят. Спрашивают наше мнение. В первую очередь бросилось в глаза скорости. То есть выросли скорости, именно девчонки стали быстрее кататься. Соответственно, вырастая скорости, вырастает и темп игры, взаимодействие, количество созданных моментов, количество борьбы на квадратный метр площадки. То есть это все уже становится похоже на такой достаточно интересный быстрый хоккей. Кроме развития профессиональных хоккейных навыков, важным аспектом работы с девчонками является психология. Подростковый возраст, первые большие успехи и поражения. Здесь важно уметь правильно на все реагировать. С этим хоккеисткам уже на протяжении 3 туров помогает спортивный психолог Ольга Иванова. Меня пригласила Федерация хоккея Беларуси для того, чтобы поработать на женской хоккейной лиге, для того, чтобы повысить уверенность у девчонок в себе, сплотить команду, для того, чтобы обучить их навыкам саморегуляции, то есть как настраиваться на выступление. У нас было запланировано 3 тренинга для каждой из команд, для того, чтобы девочек включить, обучить их разнообразным упражнениям. Вот. Ну и помимо всего прочего, я нахожусь здесь на играх,
и тренеры приятно, что доверяют мне. Они говорят, надо вот здесь вот этот вопрос разрешить или вот этот вопрос, ну, то есть какую-то там проблему, и я сразу бегу тушить пожары. Но мы это делаем не до игры, не во время игры, а после игры, потому что в первую очередь здесь очень важно установить правильные границы, когда тренер выполняет свою работу, я выполняю свою работу, потому что если я буду внедряться во время игры, соответственно, будет расконцентрация внимания у команды и у игрока, и, соответственно, уход от поставленной задачи. С поставленной задачей тренера завершить круг на первом месте блестяще справилась команда «Березина». По ходу тура девчонки уступили лишь в одном матче «Цитадели» своему принципиальному сопернику. Быть заметными в играх стало еще большей мотивацией, ведь в третьем раунде в раздевалке появилась награда лучшему игроку. Сегодня все играли хорошо, но я дам лучшего Карине. Девушки, все с победой. Не расслабляемся, работаем дальше. У нас еще впереди четвертый тур. Всех с победой. Уже вспомнил, что в командах НХЛ зачастую это ковбойская шляпа, которая передается друг другу. Очень интересно, как спортсменки оценивают даже друг друга. Интересно посмотреть на их объективность. Да, ну и могу сказать, моя команда очень объективно выбирала лучшего. Мне это порадовало. Четвертый круг состоится предварительно в конце мая. До этого времени у девчонок есть возможность улучшить свои хоккейные скиллы, а у тренеров понять, над чем еще нужно поработать. Тем более определенные мысли есть. Есть специальный прибор, который вычисляет, какой полушарий мозга больше работает, или они, соответственно, оба взаимодействуют, и, возможно, в ближайшем уже будущем мы это внедрим. И каждая из девчонок пройдет тестирование это. Вот, проанализируем и сделаем соответствующие выводы и построим, перестроим, может, где-то что-то добавим в нашу работу. До результата Грабовского осталось 5 очков. В НХЛ на неделе снова был хороший Егор Шарангович. Белорус во встрече с Лос-Анджелесом сделал 2 ассиста и довел свой бомбардирский намолот до 53 баллов. Таким образом, нападающий Калгари вышел на второе место по очкам в одном сезоне среди белорусских легионеров НХЛ. Егор обошел Владимира Цыплакова, 52 очка, и сравнялся с Андреем Костицыным, 53. Пока рекорд принадлежит Михаилу Грабовскому. В сезоне 2010-11, выступая за Торонто, Мик 84 разжился 58 баллами. А вот Алексей Протас все еще набирает оптимальную форму после перенесенной травмы. Но и он наверняка порадует нас набранными баллами через неделю. Свое шествие по Кубку Гагарина все еще продолжают белорусы в КХЛ. В полуфинале «Металлург» Владислава Еременко и Данила Полевко сыграют против автомобилиста Василия Филяева. 8 команд, представляющих области и Минск, 5 игровых дней и один из лучших дворцов страны. Минувшая неделя в Гродно прошла под знаком юношеского хоккея. Казалось бы, что тут интересного? Отвечаем, много всего. Спартакиада – важный просмотровый турнир для отбора кандидатов в юношескую и юниорскую сборные. А еще это шанс заиграть в МХЛ, минуя высшую лигу. Шанс не гипотетический, а вполне реальный. Во-первых, матчи живьем смотрели Андрей Михалев, Алексей Ефименко и скауты Федерации хоккея, Минского «Динамо» и клубов белорусского чемпионата. А во-вторых, такие примеры уже есть. По итогам прошлой спартакиады школьников Павлов, Бородулин и Северчуков проследовали по вышеупомянутому маршруту. Гродненские «Неманы» и «Прогресс» уже закончили сезон, но народная тропа в местной Ледовой не зарастает. Эти школьники на каникулах пришли поддержать своих одноклассников, друзей и просто юных хоккеистов, которые играют в первом для себя большом турнире. Я думаю, что для них это важное соревнование, потому что здесь собраны, наверное, лучшие ребята со всей страны, высокий уровень сопротивления. И всем приятно победить именно на таком турнире. Республиканская спартакиада школьников – масштабный просмотровый турнир для хоккеистов в возрасте до 16 лет. Для них это возможность зарекомендовать себя перед селекционерами сборных Беларуси и Минского «Динамо», а также менеджментом «Динамо-Шинника». И если у хоккеистов 12, 13 и 14 лет уже был белорусский Кубок Федерации, на котором скауты весь сезон отсматривали лучших игроков своего возраста, то для 16-леток спартакиада – первый турнир, на котором к ребятам приковано такое большое внимание специалистов. Во-первых, да, мы преследуем здесь, что ребята попали в институт сборных, да, в нашу сборную У-17, поэтому здесь они должны показать свои всех лучшие качества.
Несмотря на то, что главная задача – подобрать игроков для сборной Беларуси У-17, тренеры и менеджеры «Динамо» Шиника не забывают и про свою команду. На прошлой «Спартакиаде» трое хоккеистов – Никита Павлов, Кирилл Бородулин и Владимир Северчуков – проявили себя на ура и получили шанс заиграть в МХЛ, миновав высшую лигу. Такой трюк вполне могут провернуть и ребята, игравшие в этом году. Вы знаете, лично для меня, как для менеджера «Динамо» Шиника, это уже третья «Спартакиада», и это очень важно. Мы здесь очерчиваем круг кандидатов, круг ребят, за которыми мы наблюдаем на протяжении всего сезона. Конечно же, это важно увидеть всех сразу и посмотреть. То, что на «Спартакиаде» собраны все лучшие игроки 2008 года рождения, а есть даже и 2009, огромный плюс для скаутов. Однако говорить о том, что в Гродно этих хоккеистов увидели впервые, тоже неверно. На самом деле мы смотрим с ребятами, наверное, лет с 12, вот с 13, уже с этого возраста, уже имеем представление о том, кто в целом, что из себя представляет лидеров. Не секрет, что распределение игроков по разным типам во всех возрастах неравномерно. В один год на свет появилось больше техничных игроков, в другой преобладают игроки оборонительного плана, в третий – бегунки и так далее. На «Спартакиаде» селекционеры собрали достаточно информации о ребятах, чтобы определить, какого больше в этом году. В прошлом году было больше ярких хоккеистов, именно форвардов, да, здесь больше защитников, поэтому, ну, так. И такие выводы делаются не на глаз. Они – результат работы, в ходе которой скауты отсматривают кучу матчей и формируют свои впечатления, основанные на большом количестве критериев. Мнение о лучших ложится в специальную анкету – маленькое досье на каждого отдельного хоккеиста. Это анкета, да, мы их заполняем по каждому игроку, который понравился. Понятно, что всех парней довольно сложно заполнить, потому что 22 игрока в каждой команде, 8 команд, 172 человека, ну, довольно много, да. И, соответственно, для нас важно выбрать, опять же, лучших ребят. Мы, ну, навскидку, порядка 60 человек, то есть где-то 1/3 все-таки попадает на эти карточки, да, анкеты. И есть 6 параметров таких, это категории, и в каждой категории еще где-то 6-5 подкатегорий, по которым уже ведется оценка. В этих анкетах находят свое отражение не только технические или функциональные навыки. В ячейку примечания может попасть абсолютно любое наблюдение скаута, в том числе и с собеседований, которые проводили по ходу турнира. Ну, в принципе, стандартные вопросы, рост, вес. Как бы мы же выделяем там лучшие качества и потом сверяем просто, правы мы или нет. Ну, ребята говорят нам свои плюсы, минусы. С парнями довольно интересно общаться. Каждый по-своему уникален, индивидуален. Конечно, большинство парней при виде динамовского логотипа или логотипа «Динамо» Шиника или логотипа «Федерации» у них сразу глаза становятся огромные и боязнь вообще что-то лишнее произнести. Но большая часть парней все равно потом становятся сами собой, с ними спокойно, открыто общаешься на абсолютно разные темы, и не только хоккей, это и про жизнь. Эти встречи очень похожи на те, что проводят клубы Национальной хоккейной лиги перед драфтом. И после каждого драфта появляются рассказы игроков о самых необычных вопросах, которые им задавали. И это не мудрено, ведь хоккей – игра мелочей. Порой, чтобы предугадать даже мельчайшие детали, менеджеры задают то, что на первый взгляд, казалось бы, имело мало отношения к делу. Очень ребят смущал всегда вопрос, какой у тебя размер ноги. Потому что, когда игрок, допустим, небольшого роста, но у него там большой размер ноги, мы сразу можем понять, что, скорее всего, он продолжает расти и будет там вырасти, да. Соответственно, мы после этого всегда спрашиваем про родителей, насколько высокие родители, братья, сестры. То есть, ну, много нюансов есть, которые мы стараемся узнать максимально, ну, естественно, сделать выводы. Игроки тоже не остаются в долгу и готовы удивлять скаутов своими ответами. Временами они очень смешные, но самое главное – честные. Ну один был, не буду фамилию тоже называть. Спросили, в чем, что не получилось. Он говорит, ну, у меня партнеры, говорит, я отдаю, они не забивают. Интересно, что количество игроков из всех команд, которых приглашали на такие встречи, было примерно одинаковым. Во многом этому помог принцип распределения игроков по командам. Если раньше главным фактором было то, в какой школе хоккеист играет сейчас, то теперь важнее, в какой школе он начинал свой хоккейный путь. Это позволило ровнее распределить таланты по сборным областей.
Ну, можно посмотреть по результатам, что каждая игра, она непредсказуема. Команды более-менее ровные. За счет своей самоотдачи, за счет того, что есть хорошие мастеровитые игроки в команде, уровень, в принципе, команд, он подравнялся. Благодаря этому принципу уже второй сезон подряд мы получили на «Спартаке» один нового победителя. Сборная Гродненской области сыграла в финале уже в третий раз, и эта попытка, наконец, оказалась золотой. Безумно доволен каждым из ребят. Каждый из них вложил огромный вклад в результат, то, чтобы им заработали первое место, заняли. Поэтому они с каждой игрой добавляли все больше и больше. Поэтому я только могу ими гордиться. Гродницы в матче за первое место совершили настоящий подвиг. Команда выходила на третий период, уступая 1-3, но за 10 минут забросила 4 шайбы и забрала кубок. Победный гол и пятая шайба уже в пустые ворота на счету лучшего бомбардира «Спартакиады» Владимира Карабаева. Я считаю, что этот турнир в первую очередь очень полезен для нашей команды, потому что у нас осталось только две игры, и потом уже вскоре плов. И поэтому я считаю, в связи с выигрышем в «Спартакиаде» мы будем в хорошем игровом тонусе. Впереди у этих ребят еще плей-офф первенства школа, дальше кемпы юношеской сборной Беларуси, в которой мы увидим многих ребят, зажигавших в Гродно. Неделя неминуемо принесет нам развязку полуфинальных баталий Кубка Президента. И судя по накалу страстей в обеих парах, узнаем мы ее только в концовке недели. Ведь седьмые матчи серии запланированы как раз на 6 и 7 апреля. Гарантированные матчи Гомеля и Металлурга ожидают нас в понедельник и среду. Брест и Шахтер продолжат борьбу за финал во вторник и четверг. На этом все. Вернемся к вам ровно через 7 дней, чтобы рассказать все самое интересное о белорусском хоккее.